В преддверии Нового года и на зимних каникулах для славянцев будет проведено много интересных и увлекательных мероприятий. В следующем материале мы предлагаем вам познакомиться с новогодней афишей. Итак, с 25 декабря и по 8 января в нашем городе пройдут следующие праздничные мероприятия. 25, 27, 29 декабря, а также 3 и 4 января в городском доме культуры состоится представление для детей «Новогодние приключения Шарика и его друзей». Цена билета 200 рублей. Приобрести билеты можно в кассе ГДК. 25, 26, 27 декабря приглашаем маленьких славянцев на музыкальную и развлекательную программу для детей «Елка нашего двора». Представления пройдут около новогодних елей, установленных по улице Зеленского, 10, улица Батарейная, 381 и улица Краснодарская, 113. Начало праздника в 15 часов. Приглашаем всех желающих. С 25 по 30 декабря, а также со 2 по 6 января на Театральной площади будут проходить музыкально-развлекательные программы для детей и хороводы вокруг елки «Новогодний карнавал». 5 января в городском доме культуры Московский театр представит музыкальную сказку-балет «Щелкунчик». Билеты на представление можно приобрести в кассе ГДК. 6 января приглашаем славянцев побывать на рождественском концерте под сиянием рождественской звезды, который состоится в городском доме культуры. Вход свободный. Начало программы в 15 часов. Любителей активного отдыха приглашаем посетить спортивные мероприятия, которые будут проходить в течение всех новогодних каникул. 3 и 8 января в детско-юношеской спортивной школе «Виктория» состоится открытый новогодний турнир по мини-футболу. Начало соревнований в 10 часов утра. 4 января в Центре спортивной подготовки «Олимпиец» пройдет открытое первенство Славянского района по легкой атлетике. Начало соревнований в 10 часов утра. 5 и 9 января в спортзале хутора Бронниковского пройдут турниры по волейболу. Начало игр в 10 часов утра. Желаем вам весело и интересно провести новогодние праздники. С наступающим Новым годом!